Приветствую вас, дорогие друзья! Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, а мы начинаем. Известная артистка решила кардинально изменить жизнь после развода с юмористом. СМИ сообщают, что Елена Степаненко готовится к пластической операции. Звезду заметили в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Один из пациентов учреждения успел заснять появление Елены Степаненко на камеру и разместил ролик в сети. На записи можно увидеть, как артистка ходит по клинике вместе со своей помощницей. Как сообщают очевидцы из кабинета врача, она вышла с разметкой на коже, которую наносят хирурги перед тем, как провести операцию по подтяжке лица. Сама звезда отказалась давать какие-либо комментарии прессе. Напомним, бракоразводный процесс Елены Степаненко и Евгения Петросяна завершился в ноябре прошлого года. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва супругов стали романтические отношения юмориста со своей помощницей Татьяной Брухуновой. После этого молодая женщина стала получать оскорбительные комментарии и угрозы от недоброжелателей. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!